Всем привет, с вами Андрей Белый, и мы продолжаем играть в Фортенштейна. Ну, название, конечно, так себе. Так. Давайте кого-нибудь порубим, что ли, топором, топориком помашем. Так, дальше, так. Угу, понятно. Они что, своих сотрудников убивают, что ли? Очисть данные. Очисть данные. Угу. Мне кажется, у них лица одинаковые. Да, вот это прикол. Чудовище. Дайте мне его сюда. Дайте его сюда. Я вам покажу, кто тут чудовище. Удачно. Вот это удачно. И чё, и куда теперь дальше? Зато мне можно. Опять удачно. Да вы что, издеваетесь, что ли, да? Так, фрагмент нашел еще один. Ой. Опять удачно. Еще один топор. Чего у вас тут? Обнаружен шпион. Убить его.
Сразу убить. Я тоже пристрелил. Пойдет чего? Так, тут ничего такого важного нет. Шимпанзе какой-то еще один. Так, тут может быть данные могут быть. Золотишко. Так. Меч. Сюда не выполнил. Тут не заготовил кого. Все что ли? Что оружия не было? Так, 300, 250. Вот единица. О, надо же. Я думал, у вас больше не будет. Но нет. Пришли. Как-то раз. Еще золото. Так, данные нашел. Ага. Отвали. Чёрные, как боль. Конец пути. И смотрят на меня. Парят вокруг. Это уже психушка. Так ты шпион.
заливает глаза, заливает кожу. Еще 10. Еще. Сержант, что же делает этот портал, который мы нашли при раскопках? Не знаю. Но подопытные, которые входили в него, либо умирали, либо превращались в каких-то тварей. И что с ними потом делают? Мы обучаем их, чтобы они сражались на стороне нашей армии. Да неужели? Ну конечно, как же без пулемета то? Тихо, 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 не там. Еще 9. Только сейчас поняли, да? Ах ты сука, за пулеметом хотел съесть, а вот хрень тебе. Так, еще 2. Угу. Thank you.
Я тоже. Почти всю армию положил опять. Так, заряжай. Я сейчас буду делать, если что-то где-то что-то потерял. Последние данные. Дерьмо. Так. Нам это нашел. Машина. Интересно, как это все сделано. Тихо. Гуляем, ученый. Ух ты.
Так, там ну-ка. Так, раз, два, три. Ну да, три. Задание выполнено. Музыка прямо страшно в теме. Золотишко. Даже две. Так, еще четыре. Получается-то. Еще три. А вот где фрагмент? Вопрос очень хороший. Так. Да, филометр остался и три золотишки. Подбор частот колебаний оказался довольно серьезной проблемой. Все подопытные, прошедшие через портал, возвращаются измененными. Майн Гот, здесь шпион! Защити меня! Найн, герр доктор, это вы меня защитили. Ты увидишь, какого могущества суждено достичь великой армии Рейн.
Ага. Мне надо туда. Назад в телепорт. Ну, это ладно. Попробуем сделать, как сможем. Это не задача. Ах ты, сука. Заперто, блин. Тихо. Как виток 10 000 вольт. Тихо. Ничего себе, что он умеет-то. Придурок, а тут. Ага. Тихо. Я уже догадался. Я тут придурок. Умён, хитрён. Тихо. Не слышь, попал в жилка. Чёртвая. Чё, патроны бесконечные? Ну, хотя бы спасибо. Это что за хрень? О, фрагмент. Так, это уже радует.
это второе. Как мы все уничтожили, а? Круто. Ничего не скажешь. Так. Что у нас осталось? Золото. О, мозги. Мозги. Так, какое это золото? Нет. Иди нахрен. Ага. Тут золото, ты мне все нашел. Блин, у меня остался свой штре. Где мне их искать-то? Гениально. Нет, мне что-то не хватает снова. Бегать или искать их. Давай начнем заново, чтобы нет. По поручению Золотого Рассвета я отправился в госпиталь, недавно занятый нацистами. То, что я там обнаружил, поразило даже меня. Ученые Рейха начали создание механически усиленных невидимых убийц. Там же оказался и портал, который я видел на раскопках. Он ведет в измерение Черного Солнца и превращает людей в чудовищ. Я прекратил жестокие эксперименты, но не сумел полностью уничтожить портал. Так. Блин, нашел не все. А, нет, награда есть. 1000. Вот те вещи, которые я нашел. Получается, их уже не надо, осталось только найти всего штри и все получается то. Так, фрагмент нашел, данный нашел, золото, блин, осталось. Так. Ну, все нормально. Так. Ну-ка. Обязательно.
Спасибо. Ну, пожалуйста. Остался один. Один остался. Это уже очень хорошо. Очень хорошо. Так. Классная штука. Эта тварь, что бродит по госпиталю, создана нацистами. Да, знаю. Ну, напрямик. А вот золото. Ура! Все, теперь точно все. Ну-ка. Да, все. Ура! Так. Шпик. Thank you.
Да, есть какие-то минусы. Ну и как раз снова защитный барьер. По поручению Золотого Рассвета я отправился в госпиталь, недавно занятый нацистами. То, что я там обнаружил, поразило даже меня. Ученые Рейха начали... Биджей, рад тебя видеть.
Уничтожив плоды деятельности генерала Цеты в госпитале, ты привлек его внимание. Все нацисты знают, как ты выглядишь, и будут стрелять без предупреждения. Такого еще не бывало. Будь очень осторожен. Генерал Цета серьезный противник. Ничего. Теперь я должен бояться, что ли? Девушки. Тихо, тихо, тихо. Взгляд у них такой, типа, их напугаю только что. Да. Классно я сделал. Здравствуйте, агент Бласкович. Объект, обнаруженный вами под фермой, использовался нацистами, чтобы выращивать такие кристаллы, как у тебя. К счастью, их искусственные кристаллы оказались намного слабее. Мы до сих пор не знаем, зачем они им понадобились, но хорошо, что их усилия пошли прахом. Вы отлично справились, агент Блашкович. Агент Блашкович, устройство, которое вы обнаружили в подвале госпиталя, это тулийский портал, привезенный с места раскопок. Это дверь в измерении Черное Солнце, которое отделено от нас тенью. С порталом шутки плохи. Думаю, вас защитил тулийский медальон. Пройдя через него, человек может превратиться в чудовище, а за порталом обитают еще более страшные существа. А это где? Рад вас видеть, Биджей. Я узнал, что невидимые убийцы, с которыми вы сражались в госпитале, были модифицированы как механически, так и биологически. Эти изменения довольно болезненны, и многие из подопытных погибают. Как они нашли добровольцев для этой программы, я просто себе не представляю. А, агент Блашкович, извините, у меня страшно болят глаза. Я не спал всю ночь перед... Повтор. Да уж. Ну, со свободу, конечно. Так. 16% саммит. Ладно. У нас теперь новые, они теперь появились. Тихо.
Да, закончилось. Так, получается, там уже все выполнил. Все задания. Осталось только одно. Ладно. Спасибо, что посмотрели мое видео. Не забывайте поставить лайк и подписать на мой канал. С вами был, как всегда, Андрей Белый. И всем пока.